Девчонки, мальчишки, привет, привет. Ну что, кто просил зимнее море? Вот оно, морешко-то. Дошли мы до него. Это самый центр Ломаты. Это такой райончик. Как поставить? Райончик рядом с Старевьехой. Здесь тоже пляжи. Но здесь, мне кажется, пляжи получше, чем в Старевьехе в самой. Они длинные-длинные. Как бы показать, вот в ту сторону пляж идет. Длинный. Там за ним еще дальше, вот за этой косой, видно ее нет, там занимаются серфингисты. Прям целое их сборище там все время. И здесь это старая башня. Это все тот же мальчик, не старый. Сейчас мы будем снимать друг друга. Давид. На номер грабы, все, поздно, он меня уже заснял. Это башня. Старая, как сказать, старая башня. На ней что-то написано, к ней надо сходить, прочитать, что там написано. Я не помню, просто уже мы читали. Ну, это, собственно, вот люди сидят на бережку, кафешки, отдыхают, гуляют, кофе пьют. Кстати, не очень что-то много народу. Не очень много народу для этого времени. Почему-то. Обычно больше. Наверное, праздники уже закончились. Море. Море. Ну, как-то, знаете, как-то вот не сильно есть желание. Хоть и солнышко. Вот такое. Но как-то не сильно желание прям в него залезть. Как-то, не знаю. Холодновато, наверное. Наслаждаемся. Почему-то вот, кстати, и море-то морем не пахнет. Нет такого аромата морского. Не знаю, что происходит. Там далеко-далеко кораблик. И еще какие-то совсем отчаянные люди. Даже лезут в воду. Вот там видно. Вот там. Вот что надо в такую холодрыгу? Ужас. За это косой серфингисты. Пойдемте, что ли, посмотрим, что там написано. На этой башенке. Ой. Блин, кстати, так почему-то вот я здесь не была, года два, наверное, вот именно в этом месте. Так раздолбали всю эту. Раньше здесь ровные кирпичи были, сейчас еле доехали. На коляске просто невозможно. Все, куда? Что случилось? Непонятно. Ровненькая была площадь. Так, ну здесь все закрыто от вандалов. Где-то была надпись, а где, не знаю. Сейчас посмотрим. Господи, уже и надписи нет. Все. Ничего не написано. Отодрали, вот здесь надпись была. Короче, девочки, я понимаю, Старевьеха, конечно, я по ней ностальгирую иногда. Мне кажется, вот как возвращаешься как домой, но когда возвращаешься после длительного времени, начинаешь замечать вот эти все перемены. Вот я такая там ставлю. Ого! Вот здесь. Начинаешь замечать все перемены. Причем перемены. Мальчонка там он сидит. Я его бросила. Причем перемены. Худшему. Все хуже и хуже. Очень много. Где сейчас? А, ну, мы тоже, конечно, понаехавших. Так, политкорректно выразимся, насколько возможно. И все хуже и хуже делается здесь. Все закрывается и закрывается. И все грязнее и грязнее она становится. Она и раньше считалась всегда Старевьеха русским городом.
Но сейчас просто не знаю. Уже даже не знаю, как ее назвать. Просто море. Зимнее. Послеобеденное море. Ну и, собственно, сама Торревьеха вот там. Вот там. Вдали. Вот ее видно. Вот. Вон там, где три больших дома. Вот этих вот. Как показать-то? Вот этих вот. Их не влезает палец у меня. Ну, короче, вот эти вот три большие вон там торчат. Это вот уже Торревьеха. Вот так и живем. Наслаждаемся. Но вода-то еще относительно чистая. А, девчонки, не знаю. Просто морюшка. Куда-то я горизонт, по-моему, опять завалила. Простите меня. Мне-то кажется, что я ровно держу. Оказывается, куда-то вот так вот. Тенс, море упало. Поднимем, назад вернем. Дети в песочке там роются. Как чукчи, что вижу, о том пою. Детям, наверное, не холодно, не знаю. Но сейчас у нас погода на солнце, наверное, градусов 22. В тени градусов 19. Пойдем дальше посмотрим. Тут еще и церковь есть. Ну вот она, собственно, центральная площадь Ла-Маты. Что-то я там какое-то вижу. Телевидение что-то тоже снимает. Не знаю, ничего не видно. Солнце, солнце. Уже заходящие детишки играют. В кафешке народу уже побольше. И здесь есть своя церковь. Где? Тут же у них развлекательный парк. Давид хочет там покататься. Ну что, ну функционально, да? Не работает. Все закрыто, ужас. Ну такая себе. Маленький райончик, маленький. Я даже не знаю, как его обозначить. Как он? Пригород, так скажем. Ну вот она, собственно, церковь. Сейчас мы до нее дойдем. Посмотрим. А больше здесь смотреть нечего. Эти вот дома, которые стоят, они тоже летние. Привет, привет. Пако уже смеется над Давидом. Говорит, ты почему в видео только привет, привет говоришь, а больше ничего? Он все сразу свои секреты-то не раскрывает. Кекер. Он не может, он хочет общаться. Керес коммуникарса конхент. Керес коммуникарса конхент. Claro. Claro, grandes saludos y gracias a todos por seguirnos. Y que hayan empezado muy bien el año. Espera, yo te hablo muy rápido. Что-то очень быстро все сказал. Vale, repite, por favor. Sí. Повтори, пожалуйста. Sí, gracias a todos por seguirnos, por ver los videos y por estar en el canal. Спасибо всем за подписки, за то, что подписываетесь на нас, за то, что смотрите канал. И espero que tengáis todos un buen inicio de año. И надеяться, что вы все, у всех как бы инициативы вошли, ага. В, как это перевести-то, господи, по-русски-то литературно. Он надеется, что все... Новый год начался отлично, вот так вот скажем, другими словами. Они говорят, как вошли в Новый год. Спасибо. Ой, там какие-то, смотрите, люди в маскарадных костюмах. Ничего себе. Ну и, собственно, сама церковь. Мы к ней подошли. Сейчас мы попробуем уместить в один кадр, чтобы все вошло. Ну, вот такая небольшая между домами. Кстати, я даже не представляю, когда вот там звонит колокол, как вот они здесь все живут.
Ужас, ужас. Sí, los sí. Los Reyes Magos. Uh-huh. Los hemos pillado. Это три короля. Dile. Скоро будет праздник трех королей. Dile a los niños que llevan de camino. Мы, говорят, как дети поймали их посреди дороги. Claro, ¿no? Тут какая-то... А, это вот эта вот башня. Сейчас мы прочитаем, что это такое. Куда-то Салина де Ламата. Ке есть кото? Я не знаю такое слово. Рекупрасион де Кортихо Торре. Я не могу все слова перевести, правда. Картография. Кото де ла Реал. Кото, ке significa кото? Кото es un terreno privado. А, это частная земля. De Salina de la Mata. Torre de la Mata. Это башня Ламаты, ну так скажем. Не знаю, я вот эти вот слова, кстати, вот я вроде и говорю на бытовом уровне, да, а вот когда вот такие исторические начинаются, я не могу перевести. То есть я каждое слово в отдельности-то понимаю, а как это сложить все в одно, я не понимаю, как связать между собой. То есть вот она, практика языка тоже нужна, не только на бытовом уровне. Поэтому вот медицина, бытовой, там, юридический, я еще могу. И вот история и театр, допустим, уже, наверное, все. Это уже вне зоны моего понимания. Ага. Qué curioso está en Braille. Ну и тут же, да, есть для Braille. Слабовидящих. Есть напечатана такая же. Вот оно и начинается, собственно. Наверное, с ума сходит, я так думаю. Жильцы. Посмотрим еще. Тут, в общем, вот такая только она достопримечательность. Больше-то и нечего. А, вот. Вот она как была изначально. То, что мы с вами вот видели. Вот эту штуку вот сейчас подходили к ней. А дальше вот на этой площади было вот так вот сделано. Ну, так. Здесь. Вот здесь. Qué chulo. Классно. Все? Все? Все красиво. Все красиво. Все красиво. Клара. Все. Здесь газончики. Ну, в общем, все. Вода на центральной площади. И больше ничего. Вся достопримечательность. А вот звезда еще какая-то. Ну ладно, нам же главное было море посмотреть. Мы его посмотрели. Зимнее море. В следующий раз поедем в Гордомар. Все, я здесь уже насмотрелась в Тарибьехе. Все, девчонки, пишите, ну какие же они. Три. Вот эти вот три короля. Та-дамс. Мы их. Три мага. Три короля. Мы их поймали. Но об этом в следующий раз.